Народ подписывает, 29 июня, четверг, 23-й год. Что за жизнь без пельменей с майонезом? Конечно же, салат присутствует с горчичным маслом. Давайте жрать. Здорово. Здорово, здорово. Что за жизнь без пельменей? Чап-чап, ням-ням. Пельмени с хлебом. С детства люблю пельмени. Обожаю пельмени. Обожаю. Дымим, парим. Хрумстит – это болгарский перец. Перец. Сладенькие. Любите сладенький перец, который есть острый, я его не люблю. Лето, радость, да? Наслаждайтесь, кайфуйте овощами. Вот это ням-ням. Вот это ням-ням. С ума сойти. Как мало для счастья, ну, да? Пельмени и обычный овощной салат. Со своими... Вот тут вот максимально мое любимое. Горчичное масло. Единственное, самое мое любимое масло растительное. Майонез, соус, самый мой любимый соус. То есть максимальное. Пельмени, любимая еда. Майонез, любимый соус. Салат люблю. Горчичное масло обожаю. Вот так вот. И не грусти. Да-да. Нормально себя чувствуем. Салфетки нету. Где салфетка? Надо салфетки положить. Я просто убрал от тряпки.
Майонеза должно быть нормально прям. Хлеб. Хлеб тоже. Хлеб тоже должен быть в наличии. Он не должен заканчиваться. Не, ну это тоже не дело, да? Злоупотреблять хлебом. Тоже должны быть какие-то пределы. Мыслимые, немыслимые. Сильно чистить с хлебом тоже не надо. Как и с пивом. Кошачки сразу слазят. Вот моя обычная, любимая, простая еда. Не нужны мне ваши деликатесы заморские. Пельмешки, котлеточка по-киевски, да? Шаурмочка. Фастфудик, блядь. Да-да. Да-да. Не знаю, какую камеру смотрели. Смотрю сюда, тиктакеры, смотрю сюда, ютаберы. А вот друг на друга смотрите. Тиктакеры, ютаберы, друг на друга смотрите. Переглядывайтесь. Да. Bye.